тебя, говорит, какая профессия? Блогер. А у тебя? И я тоже блогер. Не блогеры, а блогеры. Ты блогер. И я блогер. И Тайсон тоже блогер. Все блогеры. Заводы пустые, никто не хочет работать. Все зарабатывать стали. Путин придумывает законы, как бы YouTube закрыть. А то ведь никто же не хочет работать на завод. Все блогеры вокруг. Нахер этот YouTube надо позакрывать с Инстаграмом и все. Или вообще интернет отключить в России. Куда ни плюнь, одни блогеры. А ты что еще, не блогер что ли? Все уже блогеры, а ты не блогер? Давай становись блогером, а то закроют YouTube. Не успеешь бабла заработать. Пока ты на заводе работаешь, мы тут бабло лопатами гребем с Тайсоном. Блогеры рулят. У блогеров рекламу заказывают. Телевидение уже подвинулось. YouTube все сдвинул. Сейчас на телевидении одни блогеров показывают. Кто сколько зарабатывает. Кто с кем дерется. У кого длиннее. У кого короче. Кто на какой тачке ездит, ребят. Такая тема. Ну а вы ставьте мне лайк. И оставляйте свои комментарии. Что думаете по этому поводу? Ведь у нас скоро миллион. Сейчас пока еще 17 тысяч подписчиков, а скоро миллион. Поэтому с вашей помощью скоро придем к миллиону. Миллион подписчиков. Ура! Все, всем пока. Не забудьте поставить лайк.